Марта, с 8 марта, дорогие, любимые девочки, девушки, женщины, мамы, бабушки, жены, подруги. И поздравляю вас от всего сердца, от всей души, потому что, ну, где бы вы ни прочитали, всегда мужчина состаивается, когда рядом с ним женщина. И я больше чем уверен, что с первых дней жизни каждая девочка уже знает. Например, по своим дочкам это наблюдаю, что как можно из нас веревки видеть и как можно нас радовать. И поэтому, и, конечно же, улыбки, которые на нашем лице появляются, чаще всего, в большем объеме, благодаря вам. Берегите нас, берегите себя, радуйте нас, радуйте себя нами. Будьте здоровы, крепко-крепко. И пусть с каждой из вас будет рядом достойный мужчина. Мужчина в самом широком смысле этого слова.